Дэвид Чингванте, который также из Милана. И оценивает шансы этого дуэта на чемпионат мира достаточно высоко. Пар в мире, которые тоже будут кататься до Олимпийских игр следующих. Тренируются они у итальянских тренеров, но очень много времени им удивляет Татьяна Тарасова, которая работает с ними и в летний период, и ставит программы. Поэтому русский почерк в постановках вы должны будете увидеть. Интересные вращения даже. В последний раз.